Всем привет, друзья! Сегодня у меня распаковочка. Покажу вам, что я получила с сайта AliExpress. Много интересного. Оставайтесь со мной и посмотрим. Это гематит. Бусины гематита. Посмотрите, какой цвет выбрала я в этот раз. Золото. И с розовым таким отливом идут бусинки. Бусинки очень маленькие. 3 миллиметра и толщина 1 миллиметр. Очень красивые, мне понравились цвет. Я их покупаю как проставочные бусины, буду ставить. Здесь ниточка 330 штук, она небольшая, но так как они маленькие, их очень много, и я думаю, хватит на несколько украшений. И размеры были, конечно, больше. До 8 миллиметров доходили такие бусины. Ну, я выбрала такой размерчик, чтобы их ставить между бусин. Очень мне понравилось применять гематит. Вот такой гематит. Посмотрите, какие бусины красивые. Кубической формы. И здесь уже оттенок. Посмотрите. Нежный такой цвет. Углы закругленные. Понравился мне такой цвет, и поэтому я взяла еще 3 миллиметра посмотреть на бусины. Были, конечно, там и 4 миллиметра. Здесь 118 штук на ниточке, как пишет продавец, но красивые. Так, это уже идет гематит. Такой гематит я уже покупала, только в золоте и в серебре. И решила синие еще прикупить. Очень мне понравились и форма, и цвет. И тоже красиво смотрятся между бусинками. Это 2 на 4 миллиметра и на ниточке 180 штук. Тоже очень много для одного украшения. Ну, можно еще и сделать из таких бусин тоже украшения. Они красиво, мне кажется, будут смотреться. Если такое маленькое, тоненькое украшение делать, тоже будет здорово выглядеть. Дальше вот такие бусины 6 миллиметров и 8 миллиметров такого интересного цвета фиолетового. Цвет меня заинтересовал, поэтому я и купила такие бусинки. 6 миллиметров 62 бусины на ниточке, ну и 8 миллиметров 46 бусин. Написано, что это камень у продавца. Вот такие красивые цветные бусинки. Цвет меня заинтересовал. Дальше это концевики бронзового цвета. Вот так выглядят. Форма полукругом. И здесь есть
Вот такие зубчики. Когда зажимаем кожу или фетр, или что-нибудь другое, они закрываются и держат хорошо материал. Например, браслет, если взять такой толщины, вышить и концы оставить именно полукругом, не обшитые, и потом зажать хорошо инструментом, и будет такое окончание. Здесь можно замочек поставить, и будут красиво, я думаю, смотреться. Ну и не только на браслет, можно и серьги придумать интересные, поставить швензу. Также можно и в колье придумать, если вышивает кто-то. Очень интересные. Очень понравилась форма. Так, дальше идут колечки. Колечки я выписала два размера, два диаметра. Это двойные кольца. Здесь идет микс цветов. Есть и бронзовые, и медные, и черные, и под серебро, и под золото. И золото здесь, по-моему, два цвета. КС и желтое. Вот такие двойные кольца. Восемь миллиметров колечки и 5 миллиметров. Как-то мне нужны были, а такого не было у меня материала. Всегда они бывают нужны, когда их нету. Теперь у меня есть все цвета. Очень удобно выписывать микс. Выбрать можно любой цвет, какой нужен, когда делаем украшения. Вот такие подвесочки. Идут они в комплекте. Три подвески. И разного размера. Такой интересный цвет. Две маленьких и одна такая побольше размером. Посмотрите, как выглядят. Думаю, такой поставить кулончик в колье, а такие маленькие можно серьги сделать. Интересный такой бензиновый цвет. Размер таких... Сейчас я померяю и скажу. Маленький 14 миллиметров и большой кулончик 2,5 миллиметра. Так как они приходят разных размеров, здесь не угадаешь, какой положит вам продавец размер. Вот что придет, то придет. Размеры у них варьируются. Интересные, да? Написано, что это камень, но я не знаю, что внутри находится. Сами подвески мне понравились очень. И можно их с какими-нибудь бусинами совместить, придумать что-нибудь интересненькое. Так, дальше у нас идут вот такие кольца. Это один магазин. Бусины и кольца в одном магазине я покупала.
решила выписать такие колечки черного цвета. Они разъемные, 8 миллиметров. И посмотрите, какие они красивые. Они не гладкие, а ажурные такие, витые. Я думаю, ставить их как проставочные колечки, можно крепить их, проставлять между бусин, если соединять цепи какие-нибудь. Можно им найти применение, очень много-много вариантов. Хорошенькие колечки. И в упаковке, по-моему, 200 штук. Нет, в упаковке 100 штук идет. Цвета были разные, можно выбрать любой цвет, и диаметр тоже разный был. По-моему, до 20 миллиметров можно было выбрать диаметр. Но я выбрала такой, у меня больше идет такой размер ходовой. Понравились мне такие кольца. И вот такие бусинки металлические. Не буду открывать их. Я уже как-то показывала такие. И купила еще. Потому что мне понравились, как они смотрятся в украшениях. Между бусин ставить. И черного цвета. Я точно знаю, что они не потемнеют. Не пожелтеют. Не поменяют цвет. Поэтому такие металлические черного цвета я всегда покупаю. Это у меня 4 миллиметра, и здесь в упаковке 200 штук, как пишет продавец. Ну, я еще не открывала и не считала. Очень нужный товар. Дальше идут вот такие бусины проставочные. Я думаю, что они проставочные, скорее всего. Вот такие серебряные я покупала, мне очень понравилось. Я их ставила в украшения. Смотрятся очень красиво. Конечно, у них отверстие большое, но если крепление закрыть, хорошо подходит такое отверстие. Четыре миллиметра отверстия и бусина 6 миллиметров. Это нержавеющая сталь, и 10 штук всего лишь в комплекте, поэтому они очень быстро израсходуются, мало, поэтому я подзаказала еще. И нашла еще вот такие бусинки, только немного меньше размером, тоже 10 штук, очень жаль, под золото. Но здесь покрытие уже идет 14 карат, как пишет продавец. Тоже выглядят здорово, но они меньше, чем серебряные. Видно вам, да? Здесь уже 5 миллиметров, и отверстие 3 миллиметра идет. Очень красивые бусинки. Ну, тоже 10 в упаковке. Очень маловато. Ну, на одно украшение или два можно поставить. Дальше такие
плоские бусины, я их всегда выписываю, они у меня очень быстро заканчиваются, если я делаю украшения с бронзовой фурнитурой. Они маленькие, мне нравится этот размер между бусин ставить 6 на 5 миллиметров, и в упаковке 200 штук. Надо поискать обязательно, где 1000, 2000, чтобы сразу оптом покупать. Мне кажется, так будет выгоднее. 200 штук. Ну, пока хватит 200 штук. А там будет видно. Так, вот такие бусины. Я уже вот такие покупала. Это тоже гематит. Только маленького размера я брала. Диаметра маленького. А это уже побольше диаметр. Ну вот я набрала на пин. Посмотрите, как они смотрятся. Здорово. Они не совсем плоские, а идут как витые. И цвет этот под бронзу я решила взять. Цвет красивый. Всего 50 штук идет в упаковочке. И здесь посмотрите, вот сбоку они какие аккуратные, и прокрашено все аккуратненько, блестят здорово. А цвет под золото. Золото это КС цвет я выбрала. Такой же размер. Только вот посмотрите, они пришли. Плохо прокрашены, наверное. Мне это не понравилось, что они сбоку не прокрашены. Но если, конечно, их одевать на бусины большого размера, да даже любого размера, не будет видно. Сейчас я возьму бусины. Вот, если ставить между бусин, конечно, этого не видно. А так цвет хороший. Именно золото КС. Этот цвет мне нравится. Так что вот такие вот они с торца, не прокрашенные. Покрывают, наверное, цветом таким. Гематит был темного цвета, видно, и покрыли его покрытием, а сбоку не покрыли, поэтому получается неаккуратно. Так, по-моему, все показала. Вот такая у меня была в этот раз распаковочка. Ну а если вам понравилось, заходите, под видео будут ссылочки, выбирайте. Удачных вам покупок. Ну а я жду от вас комментариев. Поставьте мне, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. А я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока!